Сидеть. Сейчас мы все сделаем. Ух ты, озорник. Загнать. Как там делал, так и здесь. Под издалек они заходят, сейчас выскочит. Ну, иди сюда. Пошли скорее. А тот отправляется, он стоит ждет. Ну, когда отправляется, его не трогает. И что интересно, воробьев. Но самое главное, нападает все время. Но когда этому дал есть, чашку дал. А этот уже боится, он знает, за чашку он в голову положит. Везде нападает на него, но когда тот ест, он боится подойти. Хорошо ему. Где же я с ним так могу? Он меня дернул, ну как у меня вот не работает право-то. Он меня подшиб вот этот. О, он сильный. Сегодня мне полегче уже стало. А укусить-то нечем. Да. Пошли, пошли туда. Тихо, фу, 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 ну-ка, скользко, скользко, верно. Ничего, не зашиблись. Сегодня первый день гололед, наверное. А? Первый день гололед. Ну да. Я упал как. Головой ударил. Вот тут разбежался, да, своей балдышкой. Это мне по голове стукнуло. По голой, без шапки. Он у меня упал. Пошли, пошли. Да. Пошли скорее. Хорошо, вот тут. Вот он. И это тоже так же валяется. Да, щурку вот у него украл. Я его там привязываю. Все, поволок. Догоняю его. А это до того такой благодушный, он даже в ответ ему ничего не делает. Ой-ой-ой. Ой, как бегают они у них, а? Ну давай, давай. Вперед, ураган, вперед! Вперед, вперед! Здесь!
Ох, верно. Верно. Ураган. Ураган. Иди ко мне. Хорош. Он поправился, да. Иди какие. Ну я ему готовил-то за счет. А ты и молочное, там, и сыр, мясо с говяжье. На местном. Каждый день варим мы там все. И каждый день, каждую чашку по две горсти галушек. Значит так. Я его сейчас беру этого, а ты этого забираешь, вот он готовый. Ничего да. Не надо. Этого сейчас привяжу. Только тут намордник мне дадите второй. А где ваши эти? Там у него висит. Где будки? Покажите будки-то. Давай, посмотри. Глянь, потихоньку. Ну-ка и сюда. На место. На место. Все. Он там сидит. Он до конца туда. Глянь, какая избушка тут. Огромная. Тут не видать. Надо свет. Все, закрыто. Сейчас я его привяжу. Вот за стол привязываю. Шаги туда. Иди сюда, ко мне. Ураган, ураган, слушайся. Так, стой. Сейчас я тебя, сейчас его кормить надо. Подожди. Так, подожди. Вот он. Ну, терпи. Ну, подожди, не могу никак отцепить. Ну-ка, стой. Вот это вот. Помочь, Игнатий. Пойдем сейчас, я тебе дам. Вот у него, гляди-ка, бой сверху. Это и точно так у того. Пойдем туда. А вы что-то говорили про эту-то, что раз намордник целый, не сломался? Нет, это сломалась вот эта цепь, которая держит у того. Да, все, помню. Пойдем туда. Смотри, вот его цель. Он сейчас прибежит. Иди сюда, ко мне. Фу. Место. Глянь, какая. Все закрыто. На место вместе с щуркой. Ну еще ладно. Где у него там здесь специальный гвоздь? Тут дрова были, вот это все выбросили. А тут все зашили. Вот он его. Так, теперь я это уберу. И ты уходишь с ним. Ну вот так, ладно, давай. Ну и пошли домой. Ой. Он такой ласковый песик. Ну Володя говорил, говорит, он тебе его не отдаст, говорит. Ты погладь его какой он, гляди, блестит. Верно. Ну, прекрасно. Встретились они, хозяин подчиненный. Ох. Главное, мы ходим, где гуляем, а там забота. Железный забор такой, сплошной. И там собака лает. Он к ней сунулся, и собака-то укусила его. Ну-ка. А зачем ты? А я сейчас показать. Верный. Ко мне. Иди на ручку. Его даже поднять не могу. Подкормили его. А ну-ка, как он прыгает, вот это показать. Верный. Ко мне. На ручки. Лучше делает. Он тяжелее стал. Его отрубили. Ну ладно. Меня-то зачем? Ты посмотри, у него как шкура-то блестит. Никогда такой толстый не был у меня. Не, как он блестит-то. Ну, блестит хорошо, молодцы. Низкий вам поклон, Игнатий. Спаси, Христос. Ну-ка еще раз поклонись. Все, спаси, Христос. Вот, ну бери его. Все. Идите, чтобы зацвета домой пришли. Верно, поехали домой. Все. Той стороной надень только правильно. Мы ходили два раза сквозь этот мост, по мосту. Драться ни разу не дрались. Но там, когда двое были в этих, в намордниках, то ну и сцепились, а там, а кого, они не укусить еще не могут. Ну что? Ну что, тогда до субботы, наверное, да? Ну смотри как, до субботы. Может,
Зацепляй. Цепь тебе не нужна? Цепь? Нет. Ну пускай или будет здесь. Ну как, я им конуры хорошие, что ли? Да. О, мы тут сколько времени делали ее. Там знаете, вот, так я... она-то пенопластом там уделали ее. Сверху мешками шерстью утеплили. Я еще знаете, что хотел это посмотреть, заведется машина или нет. Да не надо сейчас это на морозе, не надо. Не надо, она не, к ней никто не прикасался. Под окнами, под наружным наблюдением, так что тут... Пусть тут стоит тогда у вас. Да, конечно, хоть и до весны она не помешает. Да к тебе не надо о ней заботиться, под охраной. Это не то, что у вас там-то где попало. Ну все, направо там поставь его. Все, держи, смотри крепко, чтобы не вырвался. Он сильно дергается. Ну все, Игнат Тихонович. Ну, открывай двери, я пойду за вами, посмотрю. Держи, смотри. Я их, вон там трава, вон, на той стороне. Там он выгуливал, там выгуливали их. А потом ходили почти до моста и с Володей вдвоем. Два раза в день делали это, прогулки. Гляди, как он. Он тяжелый стал. Илья я... У него аппетит у него зверский. Тот маленько не доедает, я ему отдаю порцию. А, ну тогда понятно все. Так, с Богом, идите. Так, перчатки я вам отдам. Так, у тебя есть это? Да, рукавички-то есть? Нет, мне не надо. Ну возьми на день, послушайся меня, на день. Ну ладно. На день. Ну все, а то уже давай. Не меняет. Пошел. Все, давай с Богом. С Богом. Нет, тут не курят никто, верующие все. Все, Сергей ушел, Павлович. Слава Христу. Все мы как надо. Все сделали.